Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Митрополит Агафангел. В Ярославле в октябре 1928 года скончался Высокопреосвященный Агафангел, митрополит Ярославский и Ростовский. Владыка Агафангел в мире Александр Лаврентьевич Преображенский, уроженец Тульской губернии, родился 24 сентября 1854 года. По окончании духовной семинарии поступил в Московскую духовную академию, каковую закончил с ученой степенью кандидата богословия, и затем поступил на духовно-учебную службу. Состоял преподавателем и помощником смотрителя духовного училища, а по принятии монашества инспектором и ректором духовной семинарии. 10 сентября 1889 года хиротонисан в сан епископа викарного. А через 4 года был назначен Тобольским епархиальным архиереем и последовательно занимал кафедры в сане архиепископа Рижскую, Литовскую и Ярославскую. В 1918 году на соборе возведен сан митрополита. Покойный митрополит отличался мягким характером, чутким сердцем, кротостью и мудростью в управлении. Во всех местах своего служения владыка был любим своей паствой. Много труда вложил он в дело развития миссионерства и духовного просвещения. Ревностное участие принимал в работах Священного Собора Всероссийской Церкви в 17-18 годах. В 1922 году патриарх Тихон, находясь в исключительно затруднительном положении в отношении дальнейшего непрерывного управления Церковью, передал возглавление ею митрополита Агафангелу при следующей грамоте. Вследствие крайней затруднительности в церковном управлении, возникшей от привлечения меня к гражданскому суду, почитаю полезным для блага церкви поставить ваше высокопреосвященство во главе церковного управления досозного собора 3-16 мая 1922 года. Он первый строго осудил в послании своем появившуюся живую церковь, как самозванную, претензии на бесчинный пересмотр святых догматов и канонов церкви. Он был вторым заместителем святейшего патриарха Тихона, но в свое время большевики не допустили его к исполнению этих обязанностей. Митрополиту Агафангелу не позволили выехать из Ярославля, а затем он был осужден на принудительные, фактически же нередко каторжные работы и выслан по этапу. По сообщениям заграничных газет, часть пути престарелого иерарха гнали пешком в лютую стужу. Заместитель патриарха Тихона, митрополит Агафангел, находился в ссылке в Нарымском крае, в глухом поселке, в 200 верстах от села Копушево. После ареста в Ярославле с августа по 28 декабря митрополит пробыл на Лубянке в тюрьме ГПУ в ожидании следствия суда. Но таковых не дождался и по распоряжению ГПУ был выслан в Нарым под надзор местной ЧК. Не безинтересно, что в бытность митрополита Агафангела в Ярославле незадолго до его ареста к нему явилась депутация от живой церкви, которая обещала ему свою поддержку и сохранение за ним митрополии в случае, если он признает догматы живой церкви и примет участие в ее работе. Митрополит отказался и вскоре был арестован. Викарные епископы Ярославской епархии были арестованы тотчас же после ареста митрополита и без суда высланы по приказу Москвы. Служить в ссылке митрополиту запрещено. Сосланному митрополиту в то время было около 70 лет.
но он терпеливо переносил все лишения, питаясь голодным пайком, который не всегда аккуратно выдавался ему местным советом. Следует еще заметить, что прежде чем достичь места ссылки, престарелому митрополиту пришлось вынести много мытарств в пути, так как большевики, очевидно, с целью углумления, заставили его отправиться в ссылку по этапу, пересылая его вместе с группой осужденных преступников из тюрьмы одного города в тюрьмы других городов. Через некоторое время митрополит Агафангел был освобожден и возвратился на свою кафедру. В 1926 году, считая, что митрополит Сергий неправильно восприял права заместителя патриаршего местоблестителя, почивший объявил себя, согласно письменному указанию святого патриарха и резолюции патриаршего местоблестителя высокопреосвященного митрополита Петра, заместителя его, но затем ради церковного мира отказался от своих прав. Когда же митрополит Сергий объявил свою ужасную декларацию, митрополит Агафангел категорически отклонил ее и отделился от него. В январе 1928 года последовало отделение Ярославской церковной области, и за это отделение архиепископ Серафим Угличский был сослан в Могилев в его окрестности, а митрополит Иосиф в Модинский монастырь Новгородской губернии. Митрополиту Агафангелу запрещен выезд из самого города Ярославля. Епископ Евгений Ростовский арестован, и на всей Ярославской церковной области остался один епископ Варлаам, находящийся при больном митрополите Агафангеле. Ярославцы не образовали нового церковного центра, и каждому епископу представили действовать на свой личный страх и совесть. Митрополит же Сергий, прикрывшись 15-м правилом двукратного собора, встал в положение необвиняемого, а судьи, в то время как митрополит Агафангел был лишен своих верных помощников, оставшись без всякой поддержки. Были посланы митрополитом Сергием к митрополиту Агафангелу депутации, митрополит Серафим Тверской и архиепископ Сильвестр Вологодский, каковы не имели успеха. После послан был архиепископ Иувеналий, бывший Курский, а затем Рязанский, прибывший из Соловков и состоящий членом синода митрополита Сергия. После ездил епископ Герман, прибывший из ссылки, епископ Вязниковский. Но все эти депутации не имели успеха. Старец Агафангел, хотя и лишенный поддержки, остался непреклонен, только согласился дать разъяснение, что мы никакого раскола не учиняем, принципиально власть заместителя не отрицаем, никого от заместителя не отторгаем, но никаких его распоряжений, противных нам и народной совести, не исполняли и исполнять не будем. К этому разъяснению присоединились и его викарии, главным образом, чтобы сохранить единство со своим митрополитом, ангелом Ярославской церкви, и заградить уста своих врагов, сторонников митрополита Сергия, и уста своих братьев, не понимающих их ревности о славе Божией и о свободе и благе Святой Церкви. Это разъяснение от 10 мая 28 года отняло митрополита Сергия причину наложить хотя и неправильное запрещение в священнослужении. Цена этому запрещению следующая. Архиепископу Серафиму Угличскому одновременно с запрещением в священнослужении был предложен митрополитчий белый клобук и любая епархия, только прими назначение от митрополита Сергия и его синода. Но он ответил, что предпочитает страдать за церковь. Отпевали его действительно члены Сергиева синода, так как митрополиту Сергию надо было создать видимость примирения с ним, митрополита Агафангела, и иерархи, не признающие митрополита Сергия, не были советской власти допущены в Ярославль для отпевания митрополита Агафангела. Рижская газета «Сегодня» сообщает подробности погребения покойного высокопреосвященного митрополита Агафангела. Состоялось оно 21 октября, а не 20, как сначала решено было. Дело в том, что 20 октября приходилось в субботу. Рабочие Ярославского промышленного района обратились к местным советским властям с ходатайством о том, чтобы разрешить погребение перенести на следующий день, то есть на 21 октября, когда все рабочие по случаю воскресенья свободны и могли присутствовать на торжественном обряде.
Просьба рабочих была удовлетворена, и погребение было перенесено на 21 октября. Отпевание тела митрополита Агафангела было совершено в Ярославской Никитской церкви, близ которой почивший святитель продолжал богослужение по возвращении из ссылки. Под этой же Никитской церковью владыка Агафангел был погребен при стечении громадного количества местных рабочих, поддерживавших во время погребения порядок во всем городе. К погребению митрополита стеклось все население города и окрестностей. По церковному установлению митрополит Агафангел должен был быть погребен под стенами Ярославского собора. Но ввиду того, что собор с некоторого времени занят обновленцами, не давшими покойному митрополиту возможности совершать богослужение, он был вынужден совершать требования в ярославских приходских храмах, и поэтому также и погребен он был не под стенами собора. Утром в день погребения во всех ярославских церквах были совершены заупокойные богослужения. По окончании их крестные ходы, сопровождаемые громадными толпами народа, направились к Никитской церкви. В этом храме, как и над могилой почившего митрополита, в течение 40 дней ежедневно совершались архиерейские богослужения и панихиды, на которые неизменно стекались жители городов и окраин. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.